всем, кому интересно, я сейчас скидываю нашу переписку с продюсером. Сами прочтете и сами все поймете. Кликайте просто дальше. Могу одно сказать. Александр Расторгуев только начал мне билет покупать после того, как ему телеканал ТНТ припиздон поставил. Потому что я обратился к подписчикам и к народу за помощью вернуться домой. Ну и само собой после этого разговора он меня заблокировал.